Всем доброе утро. У нас бутерброды с авокадо и помидорками. Вот Пупсюлька делает. А у Эмили такой вот йогурт с ягодками, с черникой. Всем, кто тоже кушает, всем приятного аппетита. Ребят, всем снова привет. У нас уже время обеда. Сейчас 3 часа дня. А такое ощущение, что просто вечер. Все потому, что зима. Да, световой день сокращается, плюс у нас еще у нас часы перевели. Да, представляешь, назад часы перевели. А еще она сегодня легла в час дня спать. Хотя обычно она в это время уже просыпалась, могла бодрствовать. И поэтому она проснулась только вот 3, мы пошли обедать. Да, дочь? Вот мой ангелочек. Она постоянно стоит у дивана, у холодильника. Или, ну, вообще, короче, она стоит больше, чем сидит и ползает. Там что, ты сказала, пойдешь? Да, и она вчера, знаете, как часто отпускалась? Если она раньше там могла пару раз в день отпуститься и постоять там по 3 секунды. А она вчера просто как встанет такая, чуть-чуть может облокотиться, либо вообще не облокачиваясь, такая стоит там секунд по 10. Катя готовит обед. Что у нас сегодня на обед? Макароны. У-ля-ля. Доча, ты будешь макароны? Эмили снимает только голову, потому что она голожопит. Голопопит. Вот. Дома она без подгузников гоняет. Скажи всем привет. Да, кому? Вот себе можешь сказать. Скажи всем привет. Да, ты моя сладость. Так проснулась 10 минут назад. Или прическа у нее шикарная какая. Я тут Эмили сделала брокколи в мультиварке. Вообще так удобно. Прям не нарадуюсь ей. Там еще морковочка. А еще варю такие вот разноцветные макарошки. Думала, что они, возможно, потеряют цвет, когда сварятся, но нет. Они такие прикольные. Мне кажется, детям прям понравится. Представляете, пока мы собирались, пока кушали, уже стемнело практически. Но вышли прям на закат. Красивый закатик. Хотела сказать, что, кстати, макароны вкусные. И вот Эмили, на самом деле, плохо кушает курицу. Поэтому... А эти макароны, они с протеином, поэтому очень удобно вот детям, которые, ну, в смысле, с этим, с белком. Очень удобно детям давать, если они плохо кушают белок, там, курицу, мясо, а макарошки дети всегда любят. Мне кажется, все дети любят макароны. Хотела вам снять закатик, а он что-то как-то не видно плохо на камере. Только если насыщенность подкрутить. Нет, с этой стороны нет. Вот тут вот розовенькое, и тут розовенькое. Опацы! Смотрите, какая Эмили прикольная. У нее новый костюмчик с оленями. Да? Ты опять показываешь всем в Ты маленький тролль? Ты троллишь привет, всех, наверное, да? Привет! Плохо очень сегодня засыпала. Я вот думаю, что, возможно, у нее опять режутся зубы. И ну, у нее так немножко как будто воспалена нижняя, ну вот тут вот внизу. И как бы я даже не знала, что у детей столько зубов может вылезти до года. Интересно, ну правда у нее зубы режутся или нет. Вот обычно она плохо засыпает, если у нее режутся зубы. То есть она как бы хочет спать, но она такая борется со сном. Доча, а ты чего еще не пристегнулась? Мы приехали в Картер свернуть кое-какие вещи, но у нас нет чека, поэтому нам надо обменять на что-то другое. Вот Катя сейчас выбирает. Вообще не планировали ничего время тратить на это. Эмили танцует. Здесь уже играет новогодняя музыка и новогодний... Как это? Ну, одежда новогодняя. Верно. Смотри, может, какую-то такую кофточку? Кис, ну ты просто гениально, логично. Правда, я не знаю, вот эти блестки потом, она вся будет вылезать. А ты потри пальцем, если они остаются, то, значит, мимо кассы.
Не, у меня ничего не осталось, кстати. Да? Да, вообще палец нормальный. Мне вот беленькая нравится. Да, классно. Не пристегиваем Эмили уже, и она просто как бы, смотрите, встала, стоит на кресле, ой, на этом, в коляске. Мы решили вот такие взять джинсики. Зашли в соседний магазин, в Target, и хочу здесь посмотреть что-нибудь с косметики новенькое. Здесь такое освещение идеальное, прям вообще супер. Не знаю, что хочу. Просто хочу посмотреть вообще, какие здесь марки, бренды, что тут вообще есть. Вот мне, кстати, тушь понравилась моя. Я вот показывала вам. Здесь вот, смотрите, есть Pixi by Petra. Pixi. Прикольное название косметики. Я вот хотела ее посмотреть, сколько она стоит. Что тут есть? Как бы что? Это ошибка. Мне показалось, что тушь стоит 116. Я думаю, что она стоит 16. 16-18. Ни разу не пользовалась вот этой косметикой. Такой цвет у нее красивый, зелененький. Не знаю, что-нибудь купить, может попробовать. Знаю, что у них хорошая именно уходовая. А вот декоративная, не знаю. Вот многие хвалят тоники, крема у них. Серум. Так, ну мне вроде этого ничего не надо. Хотя я бы сейчас, может быть, на зиму себе новый дневной крем хотела. Потому что, ну, сухо, зима все-таки. Это я обычно не мажусь кремом дневным. Мне, кстати, нравится вот Neutrogena очень, уходовая косметика, ой, декоративная косметика у них. И она популярна достаточно в Америке. Вот у меня от них такой тональный крем. Нашла тут тушь мою. И она, кстати, стоит, блин, не помню, вроде так же стоит. Хотя обычно здесь в Таргете чуть-чуть подороже. Вот, мне понравилась она. Смотрите, какой набор косметики. Ну, типа, адвент-календарь только на 13 дней. Это от Таргета. А вот что здесь есть. Вот, кстати, Pixi вот есть. Пантин. Ну, что-то так себе. Малыш мой, ты чего? Ты хочешь ездить? Хочет ездить, смотреть все. Пашка ушел куда-то. Решила не брать ничего из косметики, почитать отзывы на iHerb, потому что, не знаю, мне там очень удобно покупать. Идем сейчас куда-то, идем. Пашульку уже встретила. Тут танцует. Мы, значит, танцуем, а Надежда так. Значит, покажи, как ты умеешь танцевать. Эмиль. Мне так нравится такая одежда. Надо будет Эмили купить что-то. Все-таки. Ну вот мне вот очень вот это нравится. Мое первое Рождество. Вообще классно. Ну вот этот костюмчик тоже прикольный. Если местные бабули узнают, что она родилась 27 декабря, они говорят, что о, Christmas baby! Да, рождественский подарок вам, типа. Такая смешная сидит. Смотрите. А носки она сама сняла. Вот. Так ей лучше, наверное. Осторожно, дочь, опускаемся. Ты что ты делаешь? Она не пристегнута. Вот, ну, отец года просто. Здесь я не вижу, чтобы полиция патрулировала, не пристегнута. О, а давай зайдем вот в отдел, где все игрушки такие. Да-да-да. А, пойдем. Пойдем, здесь, пойдем. Вот, по-моему, вот тут вот. Сейчас вообще будет прикол прикольский. Вот эти. Готово? Да. Нет, подожди. Нет, вот эти. Да, подождать надо. Ты видела, они закрыты? Да. Я на эту нажал. Нет, это другое. А, ты туда нажал? Да, я нажал сюда, а они все забрали. Нет, это вот эти. Они все как-то синхронны. Прикольно. Сейчас смотрю скидки на них. Ты видела, они все такие? Прикольно. Это дочка Томы. Это что за ужас? Лысая.
Это ребенок. Ну, в смысле, Тома одинаково так же выглядит? Неправда. А вот. Вот, смотри. Блин, ну, не знаю, немножко крипи. А, вот, кстати, похоже на Тома. Только с зубами. Да. Не, с волосами он ненормальный, а вот без волос выглядит странновато. Вот, извините, ребенок родился, какой? Ну, да, да. Волос. В общем, они все синхронные. Мне кажется, они на звук реагируют, так как они все рядом стоят, они такие ба-бам. Вы знаешь, у нас мимо игрушки пройдешь вот этой, и она начинает кричать. Ну да, ну... Вот это так же, мне кажется, работает. Нет, мне кажется, они вот, видишь, там вот какие-то технологии. Линки Маус, в натуре. И вот это такая же. Так, вообще, что-то мы слишком много про этих игрушек. Они нам забыли заплатить за рекламу, между прочим. Я видела, кстати, в Инстаграме, что рекламировали вот эти игрушки. Да? Так, я не знаю, как они, так что... Мо, высылайте нам, что там пишет Роман. Высылайте нам, пожалуйста, игрушки. Что, то мы вам вышлем инвойс на рекламу, и вы оплатите. Даже для животных делают, смотрите, новогоднее, рождественское всякое. Блин, так классно! Мне все надо потрогать, да. Это шапки и галстуки для котов? Да. А, это, для... это для котов вот этот отдел. Да, да. А вот для собак, да. Всякие игрульки. Как бы тапочки для собак, почему бы и нет. А вот и рождественский уже отдел для людей. Конфетки всякие. И там украшения. И просто неизменные вот эти вот костюмы Агли. Называется как Агли? Агли Крисмас костюм. Ну, вроде да, так называется. В общем, что они такие, как бы, типа, страшненькие. Мне так нравится это рассматривать. А, печенюха! И на каждый год, вот представляете, каждый год они делают разное. В каждом магазине тоже разное. А это не называется, что, типа, бабушкин свитшорт, типа, грандма свитшорт, нет? Нет. Когда, типа, бабушка связала тебе с оленями, знаешь? Типа, называется. Вот такой. Только без, ну, как вот такой, типа. Нет. Не, ну, может, вот это так называется, но вот те-то все как-то по-другому. Блин, я забыла, надо срочно погуглить. А, смотри, какие! Забавно. Так, ну что, мы будем в этом году в таких? Ёлка! Забавно. Ну, у них прям устраивают такие вечеринки, все, ну, не все, а кто-то приходит вот в таком. О май гад, Санта! Ну, вот это вообще не Агли, это прям beautiful. Я вот очень хочу померить. Прикольно. Да? Да. Я твой отец. Люк, я твой отец. О, смотри, на детишек есть тоже. Я, кстати, не видела ни разу, чтобы делали на детей. В Микки Маусе будет на Эмили. Мини Маусе. Прикольно. Ты видишь, какие забавные. Странно, может, я не обращала внимания? Называется выборочная память. Да, мой умный муж, знакомьтесь. Я просто сейчас подумал первый. Блин, классно, сейчас везде будет такой дух рождественский. Сколько, ну, 2 месяца. Гирлянды появятся скоро. И мы такие в футболках практически. Нет, на самом деле уже через недельку похолодает. А ты хочешь Новый год? Я обожаю Новый год. Дарят подарки. Ёлка, которая у нас не будет в этом году. Вот, скорее всего, мы не будем, да, ёлку ставить. Потому что Эмили как раз... Мы не хотим заморачиваться, на самом деле, да, что... Ставить, под, ну, как бы подключать к ней ток, чтобы когда Эмили её задевала рукой, её током била, и она не трогала её. Ну... Ставить колючую проволоку. Мне кажется, не все поймут эту шутку. Ставить колючую проволоку вокруг, знаешь, под электричеством такое. Ну, в общем, она как раз начнет, ну, вообще она везде лезет. И мне кажется, она будет слишком на эту елку много внимания обращать.
а следить за ней постоянно, чтобы она не подходила к ней, или, ну, запрещать что-то ей делать мы не хотим. Но у нас все равно будет елка на Новый год. Если вы вдруг подпишетесь на наш канал, то вы обязательно ее увидите. Елка будет. Не, ну что-нибудь будет, конечно, мы украсим дом, как без этого. Просто чтобы было безопасно. Там же и надо будет гирлянду подключать тогда, они внизу, эти все розетки, короче, не знаю. Безопасная елка. Не хочется сильно об этом думать. Ребят, вы сейчас видите тот редкий момент, когда Эмили показывает указательным пальцем. Ты мой солнышко маленькое. Хочешь к маме? Ты же бай хочешь. Хлоп, хлоп. Хлоп, хлоп, хлоп. У нее от коляски волосы электризуются. Видите? Приятно подикать. Да. Ты кушаешь брокколи? Да, вкусно. Очень. Мы уже давно дома, уже сейчас будем ужинать. Эмили выпросила у меня брокколи. Говорит, хочу, мама. Да? Кстати, про какую я пасту говорила, показала вам ее. Почему-то забыла. Вот она, спиральки. Признавайтесь, кто любит так же брокколи, как Эмили? Видите, много как положила ей. Скорее всего, она это съест. Ну, либо половина упадет на пол. Там окорошки. Прямое включение с очень важной миссией. Сказать всем пока-пока. И до завтра. Эмили машет тоже. Пока-пока. Ты пока машешь.